Да, давайте наводить вместе порядок в нашем доме. Я смотрю, Олечка, ты готова. Да, что у тебя? Грязная тряпка, и ты собираешься ей сейчас мыть пол. Юля, у нас грязные полы, давно пора помыть. Ну, как мы это делаем, давайте вспомним. Да, я, как правило, в детстве всегда двумя вот так пальчиками держала грязную тряпку. Ну, теперь я повзрослела, теперь, ну, меньше неприятного, я уже мама, и поэтому отжимаю двумя руками. Намочили, отжали. Так, и все, и приступили. Я, кстати, руками мою. Оля, зачем ты моешь руками? Это же грязь, это же микробы. И тебе нужно постоянно наклоняться. Посмотри, что делаю я. Я не наклоняюсь, я промываю свою тряпку с помощью уникальной революционной системы для уборки вашего дома. Посмотрите, вот двойная система для того, чтобы промыть. Посмотри, я одним движением это делаю. Посмотри, как легко и просто у меня это получается. Посмотрите, далее мы помещаем нашу швабру на второй этаж, в центрифугу, чтобы отжать. Посмотрите, центрифуга идеально справляется. И все, наша швабра отжалась, посмотрите. Ничего себе, фантастическая конструкция. Ваши руки чистые. Вспомните, руки все грязные становятся, спина затекает. Забудьте про это, швабра, хозяюшка. Ой, Юля, посмотрите, это плитка. Расскажи, пожалуйста, почему вот такой результат идеальный с одного движения? Олечка, специально уберу швабру, чтобы все видели. Вот она, чистая полоса. Ее сделала наша швабра-хозяюшка. Она тут прошлась, похозяйничала. И плитка стала идеально чистой. А ведь это сложные загрязнения. Они у нас на кухне, они у нас в ванной, мыльные разводы и так далее. Микрофибра, из которой сделана швабра, справляется идеально с любой поверхностью, потому что это инновационное изобретение. Микрофибра забирает частички грязи из обрабатываемой поверхности и назад уже ни за что их не отдаст. Хорошо, меня уже убеждает твое чудо-швабра. А вот ты знаешь, вот, например, простой тряпкой очень сложно захватить с одного раза воду. Например, вот мы разлили, посмотрите, соевый соус, причем так обильно. Вот вспомните, дорогие телезрители, если бы вы взяли обычную тряпку, сразу тряпка впитать такое просто не может. Посмотрим, как справится наша уникальная микрофибра. Смотрите, что я сейчас делаю. Прежде чем я сейчас уберу это пятно, а я его уберу, Олечка, потому что у меня насадка МОП профессиональный из микрофибры. Она идеально впитывает в несколько раз больше собственного веса. Посмотрите, прям вот заглатывает, да, как губка. Захватывает и отдает до 5 литров, впитывает наш МОП. Посмотрите, идеально чистая поверхность, микрофибра все забрала в себя. Посмотрите, а теперь я это прополощу в ведре. С помощью двух легких движений наша тряпочка из микрофибры, наш уникальный МОП станет чистым в считанные секунды. И обрати внимание, что я не полощу руки в грязном ведре, как ты. Я стою и с легкостью полощу тряпку. Полощет моя швабра, а не сама я. Слушай, я уже влюбилась в эту помощницу. Называется она хозяюшка. Точно, за нас все отмоет. Скажи, пожалуйста, что идет в комплекте, Юлечка? Я тебе сейчас расскажу, как она работает. Mm-hmm. Вот сейчас отожму, потому что мне очень нравится это делать. Попробуй сама, это очень-очень легко. Легко, да? Я тоже смогу. Легко. Делаешь движение вниз-вверх, швабра отжимает сама. Посмотрите, Оля первый раз взяла в руки швабру. И это отжим, правильно я тебя понимаю? Да, это система отжима. Здорово. По принципу центрифуги. Олечка, ты справилась на отлично. Спасибо. А тебе помогла наша швабра-хозяюшка. Здорово. Вы знаете, прям играться хочется с ней вновь и вновь. Представьте, вам не нужно теперь наклоняться и выжимать вашу тряпку. Вы просто при помощи второго этажа центрифуги выжимаете ее до капельки. Потрясающе. Замечательно. Я хочу сказать, что кроме того, что это революционная система для мытья и отжима, посмотрите, два у нас великолепных этажа, мы отжимаем и полощем тряпку в одном месте. До идеального состояния потом моем поверхность, но еще и само ведро является компактной системой для уборки дома, для уборки любой поверхности. Я сейчас, Олечка, хочу тебе продемонстрировать. Вот она, эта маленькая коробочка, 25 сантиметров на 30 всего.
всего лишь, посмотрите, легкое компактное ведро. И я открываю секрет тебе, Оля. Как стульчик. Вот ножка, как у стульчика. Посмотрите, здесь присоски. Зачем они нам нужны? Знаю, для идеального сцепления с нашим полом. Молодец, полом, угадала. Да? Действительно, как часто у нас опрокидывается ведро во время уборки. Начинается уборка заново. Вода выплескивается. В нашем случае этого не произойдет. Идеально зафиксировано, надежно ведро. Посмотрите, я аж трясу стол, а ведро не ходит по поверхности, надежно зафиксировано. Смотрите, далее рассказываю, собственно, о самой системе. Это двойная революционная система для очистки вашего дома от любых загрязнений. Это само ведро. 9 литров объем. Мерная полоса для того, чтобы мы с вами... Вот видишь, что мне пришлось сделать? Отлепить даже не смогла. Хочу показать ведро. Смотрите. 9 литров, здесь фиксатор для швабры и даже мерка для того, чтобы мы не перелили воду. Очень здорово. Переходим на второй этаж. Тут центрифуга, с помощью которой мы отжимаем нашу микрофибровую тряпку. Ваши руки будут вот такими красивыми, как у меня. Посмотрите, идеальный маникюр, потому что я никогда не соприкасаюсь с водой. Я использую швабру-хозяюшку в своем быту. Она такая для меня помощница. И уборка превращается просто в игру. Уборка в удовольствие, я бы сказала, превращается. Вы представляете, это 3 в 1. В одном комплекте сразу и швабра, и ведро, и отжим. Ваши ручки красивые. Вы не будете их портить. Конечно же, маникюр всегда будет в первозданном виде. Юлечка, расскажи, пожалуйста, как швабра собирается. Да, и вот как вот фиксируется моп на нашей швабре. Смотрите, какая у нас хорошая ручка. Присоединяется очень легко. Все-все детали продуманы. И вы не подстраиваетесь под ручку, ручка подстраивается под вас. Она телескопическая, какой бы у вас ни был рост, вам будет удобно. А вот она, вот оно, сердце нашего швабры. Это мопы, мопы из микрофибры, то попросту насадки. Их 2 в комплекте, Олечка. Как же присоединить? Очень легко. Смотрите, мы присоединяем нашу насадку. Ножками просто только защелкнули, ножками. Услышали характерный стук, и все, можно работать. Слушай, это очень удобно. Вы представляете, вы даже руками не дотрагиваетесь до тряпки. Ну, а теперь проверим, дорогие телезрители. Дайте нам, пожалуйста, ведерко с водой, а я подготовлю реквизит. Дорогие телезрители, я взяла кетчуп, я взяла майонез, самые жирные, стойкие загрязнения. Как вы их будете отмывать? Скажите мне, пожалуйста. Простая тряпка точно не справится. Это же жир, это вот кетчуп. Посмотрите, сейчас мы все вот это вот так вот размажем на ламинат. Я хочу сказать, что, между прочим, в щели может проникнуть вода, и ламинат вздуется. Поэтому нужно прямо сейчас приступать к активным действиям. Да, мы сейчас к ним и приступим. Я промываю нашу швабру. Посмотрите, как я делаю это быстро, легким движением. Далее, что я делаю? Помещаю ее в центрифугу. Сейчас немножечко отожмем и будем работать. И, Олечка, ты увидишь, как твои жирные пятна, которые ты мне тут натворила на полу, и идеально соберет насадка из микрофибры. Она собирает очень хорошо, впитывает, и ваша уборка превращается в сплошное удовольствие. Легко и просто мы это делаем. Посмотрите, посмотрите, буквально за впитывает. Несколько движений руки я сейчас буду мыть и мыть наши полы. И так мне нравится это делать, потому что это очень-очень легко. Ну, посмотрите, это же был жирный майонез, это был кетчуп, который отмыть просто невозможно простой тряпкой. А микрофибра справилась с помощью уникальной системы капиллярного эффекта. Тоненькие ворсинки микрофибры на конце, Олечка, как усики. И эти усики проникают в обрабатываемую поверхность и забирают оттуда грязь. Итак, да? Дорогие телезрители, выбрасывайте свои старые тряпки. Хватит уже их накапливать. Приобретайте швабру-хозяюшка. Это ваша помощница. Это 3 в 1. Это швабра, это ведро и отжим. Посмотрите, как с легкостью справляется Юля. Теперь я знаю, в чем секрет ее быстрых уборок дома. Вот звонит она мне за полчаса, говорит, уборку сделала. Как это возможно? Да вот так, при помощи нанотехнологий. Правда, Юль? Да, с помощью нанотехнологий. Мы идеально справляемся с любыми загрязнениями на любых поверхностях. Микрофибра очень хорошо забирает грязь из поверхности. И что происходит? Идеально чистая поверхность после обработки микрофиброй. 2 мопа, 2 насадки.